Надочка, проверьте заказик. Стою под подъездом. Уже 15 минут. Будут выходить? 16-й связалась с пассажирами. Они говорят, что вышли и стоят под подъездом. Вы далеко? Я под подъездом. Никого нет, Владочка. Никого нет. 16-й, проверьте адрес, пожалуйста. Проспект Мира, 5. 16-й проспект Мира, 5А. 5А, не 5А. Смотрю по карте. Здесь нет 5А. Здесь только дом 5. 5, номер 5. Я возле него стою. 16-й, они говорят, дом 5А. Проедьте дальше. За мусорным баком поверните направо. Там арочка. Какая нафиг арочка? Здесь нет ни арочки, ни мусорных баков. Я стою, жду их здесь. 16-й, разуй глаза, ты недоразвитый. Мусорные баки сразу за 5-м домом. Внутри 5А, 5А. Кобыла ты! Сидишь там жопой своей, нифига не делаешь, понятно? Я все уже объяснил, я Москву знаю, как свои 5 пальцев, понятно? Правильно, 5, а за ним 5А. Фиарочку! Пусть выходит на улицу, я на улице стою! Зеленый Жигуль! Капот помятый, слева стекло разбитое! 16-й, они не видят вас! Аварийкой побегайте! Она не работает, аварийка! Чем я жопой побегаю, ты? 16-й, это 27-й! Коля, не выебся! Проедь 5 метров вперед и пятиэтажка, кобыла ты драная! Я их сейчас найду, бошки им подрубаю и в покрывало замотаю, понятно? 16-й, это 8-й, мне тут 30-й подсказывает, что въезд во двор с другой стороны, там магазин Чебурашка и въезд. Иди ты на 8-й! И ты, твой 30-й, со своим Чебурашкой, понял? Аре, ты кого послал раньше? Ты меня послал! Я сейчас приеду, тебе глаз на жопу натяну, ты понял, ты? Ты сначала найди этот дом! 5А! А потом натягивай, понял? 16-й, пассажиры говорят, что видят вас! Проедьте 5 метров вперед, они вам машут! И думал, пусть помашут! Посчитайте, пожалуйста, проезд и простой еще 100 рублей.